Известный российский тренер Александр Жулин высказался о ситуации, в которой оказались российские фигуристы. Из-за решения ИСУ они не могут выступать на международных соревнованиях. По мнению специалиста, эта ситуация может привести к массовой смене гражданства. Жулин не верит, что Тутберидзе уедет из России, не исключаю, что фигуристы будут менять гражданство. Жизнь спортсмена коротка, а если спортсмен после года-двух без выступлений на международном уровне почувствует, что не может вырваться из этой клетки, захочет выступать, то не исключаю, что будет такой момент. Но опять же там свои нюансы. Карантин, отношение к русским. Вы можете представить, чтобы русский спортсмен сейчас выступал за какую-нибудь Францию или США? Думаю, что это сложно и требует времени, цитирует Жулина LegalBet. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин собираются 30 июня пройти просмотр в Федерации фигурного катания США. Губерниев. А Тутберидзе, если не вернется в Россию, это ее выбор. Представители Американской Федерации уже провели предварительную встречу с фигуристами, которые выступают в танцах на льду. Диана Дэвис, дочь известного тренера Этери Тутберидзе, в сезоне 21-22. На чемпионате России она вместе с Глебом Смолкиным заняла второе место. Президент Центра спорта и образования самбо 70 Ренат Лайшев высказался о возможной смене гражданства российским танцевальным дуэтом Диана Дэвис, Глеб Смолкин. Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис родилась в США. Вместе с Глебом Смолкиным они должны пройти просмотр Федерации фигурного катания этой страны. Этери Тутберидзе на данный момент также находится в США в отпуске. Других причин, по которым Этери Тутберидзе задерживается в США, нет. Это право ребят выступать за другую федерацию. Ради бога, пусть выступают. Они могут показывать все мастерство где угодно, и все равно будут послами российских идей, мыслей, нашей сборной команды, нашей страны. То, что Этери сделала для нашей страны, говорит о том, что нам сомневаться в ребятах не стоит. Мы должны быть более демократичны, чем все остальные. Когда наши карты все вскрыты, лучше нас на земле, лучшей страны, чем в России, нет. Я абсолютно спокойно отношусь к решению ребят соревноваться за другую федерацию, сказал Лайшев.